Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вам новинку от фирмы Беркинг. Такие вот интересные ратлины. Это копия на Z-Base калибра 75. Довольно неплохо сделаны. Взяв в руки, реально чувствуется хорошее качество. Так сказать, даже не к чему придраться. Очень зацепистые тройники, хорошая и интересная цветовая палитра. Найти и заказать под свой цвет и вкус труда не составит. Очень много интересных цветов и очень много новых цветов. Вот довольно интересная расцветка. Красиво переливается всеми цветами радуги. Очень хорошо сделаны глаза. И 3D глазки. Видите, швы хорошо прочищены. Петли хорошо залиты. Фирма Беркинг радует рыбаков все больше и больше своими новинками. Тем более интересными новинками. Какая интересная расцветочка. Даже просматриваются колбочки. И немного шумят. Компания заявила размер 75 миллиметров и вес 15 грамм. Сейчас мы это проверим весы и начинаем взвешивать. 15,07. 15,23. 15,04. 15,10. Но если не придираться к сотым, то все ратлины весят по 15 грамм. Ну, теперь измерим. Семь с половиной сантиметров. Из этого значит, что компания все заявляет правильно и точно. Такие, друзья, новинки. Теперь осталось их попробовать на водоеме и разловить. Заходите по ссылкам, заказывайте воблеры. Воблеры от фирмы Беркинг реально рабочие.